Перейдем от подбрасывания мяча без ракетки к игре уже с ракеткой. Как правильно взять ракетку? Какую ракетку купить, мы уже об этом говорили. Ракетка берется, растопыривается ладошка и приставляется сюда. Потом мы обхватываем тремя пальцами рукоятку, указательный палец в сторону сюда. Вот это такая правильная хватка. Правосторонняя, если левосторонняя, также. И начинаем обычную чеканку. Вначале стоя на месте. После того, как будет получаться 20-30 раз на месте, можно уже ходить, поворачиваться в одну сторону, в другую сторону. И передвигаться вперед, назад, в сторону, сюда. Это открытые. Теперь то же самое стараться делать закрытый. Такое же движение вперед, в бок. Хорошо получается это. Это мы можем чередовать так, одной стороной, другой. Для этого ракетку взять более свободно, чтобы легче было вращать. Вначале это стоя на одном месте. Будет получаться 10-20 раз. Мы уже можем ходить, поворачиваться. То же самое все время. Чередование. После этого мы какое упражнение? Подбрасываем в бок. Шаг, ловлю. Левой ногой шаг в сторону. Теперь в эту сторону. Правой ногой шаг. Шаг. Опять шаг. И еще такое движение. Подбрасываю. Разворачиваюсь корпусом, ракетку отвожу и подбрасываю, ловлю мяч. Еще раз. Повыше подбрасываю. Ноги чуть-чуть согнуты. И еще одно упражнение, да? Отбросил, поймал и провел сюда. Как бы ударил. Вот это такие упражнения.